Ночное бдение, одно из главных сочинений Сергея Рахманинова, появилось как реакция композитора на события Первой мировой войны. Это вершина русской духовной музыки, хоровое произведение, способное встать в один ряд с шедеврами Монтеверди, Пергалези и Баха. Сергей Рахманинов, Богородица Дева, радуйся, из Всеночного бдения, опус 37. Thank you.
Андрей Бондаренко достойно есть.